Здорово всем, ребята. Хо-хо. Да-да, я вот так вот вам привет передаю. Ну что же, я хочу вам шок-контент показать. То, что прошло уже более 2 лет, как появилась бесплатная вещь бомбастик цепи и бомбастик костюм. И шоковый контент. А можно до сих пор получить в 23-м году. И нам нужно зайти в саму школу. Это я нахожусь в Робоксиановской средней школе. Ссылочку, если что, на игру оставлю в описании. А мы заходим в библиотеку, садимся за этот компьютер и ждем секунд примерно 20, примерно я насчитал. Нужно, чтобы появился ключ. И, короче, на чем я там встал? Появился. Короче, я остановился на том, что до сих пор можно получить. Это феноменальное просто. Долгоживучие что-то вещи стали некоторые в Робоксе. И мы уберем, как вы видели, пока я проболтал, я уже зашел вот сюда. А нам нужно теперь паркурчик пройти. Вот так вот. Ну, я сам вспоминаю, как я его проходил уже несколько раз. Я вот снова решил показать, ну, для тех, кто не знает, потому что с каждым годом. Я не удивлюсь, если и в следующем году ее можно будет получить. Это будет вообще по-настоящему шоковый контент. 23-й год на дворе, а эта вещь вышла в 20-м году, то есть уже почти 3 года назад, в конце, я имею в виду. И нам нужно пройти вот это вот паркурчик. Это, достаточно, будет просто, в кавычках, разумеется. И тут, кстати, чекпоинты были. Первоначально, я помню, вот чекпоинтов не было, а сейчас они есть. Не, ну реально, это шоковый контент. 23-й год на дворе, а вещи до сих пор можно получить. Естественно, так как я на своем аккаунте это уже более 2 лет назад получил, соответственно, я вам показываю на другом аккаунте. Паркурчик. Ладно. Еще раз что-то... ладно, поспешу, людей чутка пересмешу. Да ничего, фиг с ним. Я просто давно не паркурил, и поэтому вот такие вот фейлы встречаются. Паркурим по плитам. Или прыгаем через вот эти штуки. Это просто легенда. Да, я сам вспоминаю. Времена меняются, а вещи до сих пор можно получить. Проходят года... Вообще шоковый контент. Это можно было даже и в прошлом году получить. Это так и есть. О, контрольная точка опис сохранена. Это значит, что все четко. Как говорил Дружко. А точнее, как говорил тот самый, уже попутал немножечко мимо. А мы тем самым уже почти до финиша добрались. Ладно. Распробуем, и тут как, да что это такое? Тут что, картошка, походу, катится? Походу, да, я сам захотел себе пойти картошки забабахать. Ну, какой-нибудь жареный. Вот жареная картоха, это имба. А мы тем временем уже добрались. Просто берем, ставим на вот эту фигню, и все. Mission passed, respect plus. Теперь у нас выскочил бейджик, что у нас эта вещь есть в инвентаре. Теперь можно из игрушечки спокойненько выйти. Вот так хопа и хопа. И открытие Америки совершилось. Вот они, наши бомбастик вещи. Цепочка и бомбастиковый костюм. Ну что, ребята, я очень удивлен, что спустя более 2 лет автор игры до сих пор дает нам получить эти вещи. Че, ссылочку, как я и сказал, оставлю в описании. Делать все как на видео, но я думаю, что вы все поняли прекрасно. Вот так вот это нам не выглядит. Ну, я думаю, короче, понятно. Ну, а если вам этот ролик понравился, то тогда ставьте на него лайк. Не забываем также подписываться и ставить колокольчик. А на этом на сегодня все, и всем пока.